И всем привет, дорогие зрители, с вами Оз, и это новая серия на Advance RP White Server. Так сказать, сделали обзвон, и, в общем-то, я стал 8-м рангом, в общем-то. Это первая фракция, в которой я добился больше 7-го ранга, то есть в банде я был 7-м, в мафии я был 6-м, и Минздрав, это моя организация, в ней я смог добиться 8-го ранга, это ж просто вообще. И, в общем-то, сейчас я буду принимать устав у печенек. Так, кто сдавать устав за больницу? Вот так, в общем-то. Сейчас ждем, когда все придут. Все придут. И, в общем-то, я у них спрошу устав. Помню, как я только пришел в больничку, и первый раз у меня было повышение. Вот так же вот я стоял, как и все они. И, в общем-то, офигеть, даже на карете приперлись. У нихера печенька, это, дорогие зрители, даже больше, чем когда я сдавал. Ага, вот как-то так. В общем, Артему дали варн, он вылетел с организации с 9-го ранга. Я думаю, что я тоже когда-нибудь дойду до 9-го ранга. Все готовы. В общем-то. Сейчас я не слышу. Это просто вообще дикий трэш, конечно. И, блин, мне нравится сидеть на старшем ранге. Я вхожу в старший состав, так сказать, больницы. Кому подхожу, ответ на номер 104-49-28. В общем, вот так. Пункт 1.1 устава МЗ. Вот так. Начнем таки с самого первого, чтобы так было удобнее мне. В общем-то, пройдусь по, так сказать, под этим подпунктом. Пока что АФК нет. Нет. Оздоровитель обязан проводить что? А, ну да, направлен на оздоровительного пациента. Да, все верно. А теперь ты второй, давай. Чё? Какой Рашад Сота? Что? Я не говорил, нет. Блин, что вы печеньки такие не так? Кажется, руки обязаны. Это все верно. Да, правильно, да. Ну, печеньки, ну что вы? Ну. Давайте, мне, отвечайте. В общем-то, мне нравится сидеть на старшем ранге. Во-первых, нужно меньше делать. Во-вторых, ты имеешь какую-никакую власть, потому что вот даже опрос, это, знаете, это не стоять и не лечить в палатах бомжей. Это все-таки, блин, это интересно, действительно. Кажется, сотрудник обязан. Что он обязан? А это что такое? А, это Ромка. Так, ну, давай. Ну, кажется, сотрудник обязан проводить мероприятие, направленное на оздоровление пациентов. Оздоровление, ладно, хорошо, пойдет. Мероприятие. Какие мероприятия? Что? Да что ж вы мне все, кому подхожу, только к кому подхожу.
Так, да и ты не полный ответ. Давай, Бруно Рич. Ты мне не дописал. Где он тут, Бруно Рич? Вот. Мероприятия. Какие мероприятия? Ты не сказал. Ну, жду. Жду. 10 секунд. Ну и ну какие мероприятия? Неполный ответ. К той стене. А вот, он додумался дописать. А, что мне написал Джек? Он мне что-то писал. Вот, он опять написал. Так, правильно. Теперь ты, Стас Лавров. В общем-то, если кто знает, то, в общем-то, всем привет, если кто смотрит. Ну, Стас Лавров, ждем-с. Так. Кто не отвечает сразу? Кто не отвечает сразу? Это... не прошли. Так, хорошо. Так, ну, Ромка, я сам. Я сам. Так, со старш... Какой со старшими на вы? Что ты мне пишешь? Не надо. Я ролик пилю. Что ты делаешь? Погоди, ну, бля, я не могу совсем сразу. Я ролик пилю. Сам. Тфу. Так, правильно. Блин, я уже все поперепутал. Так, Стас Лавров, значит, делать мне. Да, правильно. Рашет. Рашат Сота. Нет, неверно. Да сука, ты. Привет, привет, ёпта. Так, где этот Рашат? Рашат. К той стене. Куда он убежал? А тот кто? Рубик. Какой Рубик? Так, ладно, давайте. Вот. Саня Шак. 300, 200. Так, в общем-то, я теперь могу uninvited, uninvite эта команда, и 283, как бы. А, все, уже уволили. Здравствуйте. Той. Нет, ты не прошел, чувак. Так, ответ. Ответ. Давай, ответ мне. Ну, вот понимаете, каждый, вроде бы, вопрос какой. О, господи. Один на один. А почему мне туда? Потому что ты тупой, ты неправильно ответил. Ответ неверный был. Так, ну, один на один. Устав МЗ. Устав. 104, 49, 28. Даю 10 секунд на ответ. Секунд, ёпта. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. К той стене. Так, ну, ты мне что скажешь? Ну, Никита. О, ясно, понятно.
той стене. Никита. К той стене. В общем-то. Вот эти уже не прошли. Так. Так, проводить мероприятие. После всех ответишь. Давай, ты правильно. Опа, это что такое, блядь, было? Кто там убил? Вот сука! Идиот. Тупой. Конченый. Вообще идиот какой-то. А, я на тебя жалобу подам, если ты... Идиот какой-то. Так, давай. Ты. Вообще прям затягивается. Давай, ответ. 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 Ну. В общем-то, вот так вот. Что-то как-то, да, закрыто за это. Скучно, да? Ну... Блин, это просто я для вас так не могу и играть, и комментировать интересно, потому что... Чё? Так, ладно, тебя потом проверим, жди. Ну и... Ответа не... Кто пишет? Еще и МГшник. Что пишет? Кто пишет? Кто пишет? Что пишет? А этот Изи мне что-нибудь отвечал? Изи. Нет, Изи ничего не писал мне. Одного весь устав, а потом другого. Нет, я хочу так. Такс. Короче. Ну. В общем, ждем. Так, я не спросил Билли еще. И вот этого Изи. Да. Быстрее, пожалуйста. Скажите номер 104-49-28. Кто такой Барри? А, это одна печенька. Так. Господи, ты хоть не писать там. Уж минуты прошло. Убирайте его. Сообщение длинное говорит. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять. Свое включение. Верно. О, господи, давай, сбей меня, чтоб кикнуло. Рашад не прошел. Вышел. И заново пересдаю. А кто тебе, собственно, разрешал? А кто тебе разрешил?
Кто? Какой Стивен? Правда? Господи, горшок. Почему не исчезает горшок, а все исчез? Стивен. К стене. Да, короче, печеньки неуправляемые, короче. Рашад. Уйди из строя или уволю. Уйди из строя или уволю. Блин, все. Так. Ответ. Ну давайте уже, ёпта, блин, с одним вопросом я 100 лет просто 100 лет. Просто. Давайте уже мне ответьте и... Билли. Билли, Билли. Ну почему нельзя сразу с самого было начала написать мне там смс-ку, скопировать ее и потом просто вставить и отправить мне? Почему нужно... Вот я не понимаю, почему мне вот так. Вот, они так долго отвечают. В общем-то, я надеюсь, что кто-то из вас, дорогие мои подписчики, пойдет в больничку и вас, в общем-то... Я и на собеседовании я проверяю, и на повышение на второй ранг тоже я проверяю. В общем-то, сэр, что тут за человек, деньги? О, господи. Они боятся сайленса. Уйди от них. Верно. Кто из тени? Все, слишком долго ты писал, чувак. Так. Как вижу, готовы были не все. И, значит, второй вопрос. Да. Вышел из строя. Ну, и что ты тут? Не, вот непонятно, вот ливать тебя, что ли? Вышел из строя, ёпта. Ну, все, сейчас 10 секунд даю и уволен. Не прошел. Долго думаешь. О, оскорбление. Ан инвите 26. Свободен. Вот так, да? Ок, да. Все. Все, свободен. Ай, меня сейчас он загасит. Спасайте, печеньки, спасайте. Спасите меня. Спасите. Спасите меня. Ай. Сейчас будет... А где он? Куда он делся? Все вроде бы. Все, да.
Так, в общем-то, ну что ж, давайте мы продолжим и спросим их 2-1. Пункт 2.1 устава МЗ на номер 104-49-28. Кому подхожу? Так, ну вот, в общем-то. Так, и вот Рашад, если сейчас встанет в строй, я его уволю. Giovanni. Опять ник мой читают неправильно. Я Giovanni. Машину брать нельзя за работу. Машину брать нельзя за работу. Только в палате. Да. Так, теперь ты, Стефан Нейт. 2-1 это лечить только в палате. В общем-то, только в палате. Ну как, ну номер, я же говорил, ёпта, ну что ж такое-то. Кстати, можете мне там писать, типа, передай привет или что-нибудь такое, в общем-то. Лечить пациента в палате, верно. Бруно Рич. В общем, всем привет, если что. Бруно Рич. Давай, лечить пациентов в палате. Ну скажи мне, ну это же так просто. Лечить пациентов только в палате. Ну что ж такое-то? Что же это такое? Ну почему? Почему он так долго пишет? Готовьте ответы заранее. Так, вот, верно. Теперь Джек Даллас. Джек Даллас, давай. Да уж. Господи, Виталик. Потом сдашь. Так, верно. Только в палате, верно? Верно. Верно. К той стене. Так, ну, в общем-то, как-то так. Последний вопрос. Да, бля. Последний вопрос. Сейчас задам вам самое сложное, нах. Давайте... 4-5. Пункт устава 4-5. 104-49-28. Кому подхожу на от... Чё, блять?
это было? Твою ж мать. В общем-то, сейчас тогда отхилюсь и в общем-то, хоспитал у меня ИД 267-1. Ну, значит, я тогда релогнусь и продолжим. Так, и мы, в общем-то, продолжаем. Я релогнулся и сейчас продолжим спрашивать. Устава 4.5 смс 104.49.28 к кому подхожу на ответ 15 секунд. Вот как-то так. Вот 4. Че я там спрашиваю? 4.5 брать на себя работу, запчается брать. В начале слова потерял. Запрещается, самое главное, запрещается. То есть, а он наоборот говорит, нужно брать на себя работу и полномочия, превышающие должность. Наоборот, в начале запрещается. Потерял. Главное слово. А кто меня убил-то? Я что-то не допер, кто меня убил, на записи посмотрю. В смс. В смс. Я не знаю, кто меня убил, это вообще эпик. Серия получится длинной, но я думаю, вы помните, как что делать. Брать на себя. Я опять. И ты тоже слово забыл. Если не говорю идти к той стене, значит верно. Так. I got a license to murder. Ну и. О, господи, ну 3200 там с чем-то. Позже. Ну блин, ты слово. В начале слова потерял. Главное слово. Вот с чем я их и могу завалить, так сказать. Доктор. Запрещается, верно. Запрещающие должности, верно. Верно. Вот эти вот хорошие чуваки, они, в общем-то, все правильно пишут. Ну давай, Стас, не подводи, так сказать. Стас Лавров. Давай. Ну, Стас. Стас. Ответ. Ну, ёпта, ну, чувак, ну ты же все нормально отвечал. Ну, ФК он, наверное. Печаль вслед раз сдаст. Следующий раз сдашь за Соня. Давай, Эл Лупис. Смещается на себе работу и полномочия. Ладно, сойдет, хорошо. Превращающий. Да, все верно, изи.
Клик из строя. К той стене. Так, Стас так и спит. А? В общем, что-то я молчу, что-то я заигрался, так сказать, заработался. В общем-то, чуваки все повышенные благодаря мне, кроме вот чувака вот этого. Ну, не знаю, взял, ушел в ФК, так все хорошо было, но взял и куда-то ушел. И, в общем-то, теперь вот эти все чуваки повышаются на второй ранг. В общем-то, теперь вы видели, как идет проверка на второй ранг. В общем-то, я 8-й, теперь я могу увольнять, могу проверять, могу менять скин. Но менять скин нежелательно, потому что, ну, это просто не нужно. Лидер сам выдаст нужный скин при повышении. Вообще, я считаю, что эта функция нужна только 9-м рангом и лидерам, но ее зачем-то еще включили в мод еще и на 8-й ранг. Так, вот все, Астас. Стас спит. Так, в общем-то, как-то так. Этих, я думаю, дать второй шанс. Сейчас этих я проверю без записи, потому что и так серия идет очень долго. Секунду. Ждите. В общем-то, сейчас таки пропиарю. Или не надо. Ладно, в общем-то, всем спасибо за просмотр, так сказать. Всем передаю привет. В общем, хорошего настроения, провести хорошо лето. Всем удачи и пока-пока.